Добрый день, меня зовут Жуков Федор, мне 22 года, и благодаря программе «Глобальное образование» я стою сейчас здесь, рядом с корпусом университета Политехника Милана. Я обучаюсь специальности Telecommunication Engineering. В 2015 году я закончил университет телекоммуникации имени профессора Божбруевича по специальности аудиовизуальная техника со средним баллом 4,5. Успел поработать оператором эфира на канале ТРК «Петербург», инженером первой категории в родном университете и инженером операционно-диспетчерской службы в «Газпромтелеком». Полученный трудовой опыт подтвердил мой изначальный интерес к выбранной специальности и показал необходимость дальнейшего развития обучения в данном направлении. За 2 года в университете я планирую заниматься живыми проектами от реальных заказчиков, расширять область своих теоретических знаний, а также знакомиться и изучать новые технологии. Участие в программе «Глобальное образование» – это отличная возможность для приобретения нового опыта, повышения уровня языка, а самое главное – получение необходимых профессиональных знаний, которые я смогу применять в своей будущей работе. Обучение за рубежом, помимо основных своих преимуществ, дает возможность расти личностно, расширять свой кругозор и становиться более коммуникабельным и стрессоустойчивым. Главной моей целью по возвращению в Россию является успешное трудоустройство в динамично развивающуюся компанию для применения всех своих полученных знаний и реализации проектов на самом высоком уровне.